В преддверии молодежного фестиваля 3-4 студенты волгоградских вузов разыграли футбольный кубок. Решающая встреча состоялась между сборными командами политеха и физкультурной академии. Причем на самом красивом, по мнению болельщиков, чемпионата мира по футболу в 2018 году в стадионе «Волгоград-Арене». Бури эмоций, ожесточенная схватка соперников и неожиданная, но очень трогательная история. Все наблюдали болельщики и, конечно же, наши журналисты. Настоящий праздник спорта вновь царит на Волгоград-арене. Подобный накал страстей был здесь, пожалуй, только в 2018 году, когда проходили здесь матчи в рамках чемпионата мира по футболу. Ну а сегодня здесь в финале Кубка молодежного фестиваля 3-4 сошлись две команды двух вузов. Волгоградского государственного политехнического университета и Волгоградской государственной академии физической культуры. Они-то и поборолись за главный трофей. Впечатления очень хорошие, понравилось все, отличная организация, все здорово, на высшем уровне. Не всем шансы эти даются, это, наверное, может быть шанс один в жизни поиграть на таком поле. Вся команда была собрана и готовились к игре. Я скажу, что это не просто хорошее начинание, а необходимо обратить на студенческий спорт, в частности футбол, и такие мероприятия проводить как можно чаще. Трибуны сегодня были, но будем говорить, не запомнил, во всяком случае болельщиков много было, это приятно. Пришли люди посмотреть, поэтому чем чаще будут такие соревнования, тем больше. То есть, может быть, кто-то когда-нибудь со студенческой командой, в других городах со студенческой командой очень много ребят попадает в профессиональный футбол. Стоит отметить, что вход на Волгоград-арену был свободный. Поддержать спортсменов мог прийти каждый желающий. Спасибо организаторам вообще за этот турнир. Ну, все на высшем уровне было. Такого давно не было в Волгоградской области. Выиграли сегодня, но тяжелая игра была. Хорошая команда против нас была. И вообще на турнире хорошие команды были. Большое спасибо. Это супер. Это, ну, это наверное, для кого-то здесь, наверное, единственный раз в жизни. Поэтому я попытался использовать все замены, чтобы ребята почувствовали выход. Ну и, конечно же, как и на любом празднике, здесь не обошлось без сюрпризов. Всех рад очень видеть на этом стадионе. Яна моя, я тебя очень сильно люблю. Мы с тобой уже очень много лет вместе. Я давно уже думал над этим. И, наконец-то, вот решился. Ты выйдешь за меня?